Садоводы и огородники, сегодня 6 августа 2017 год, вечернее время, и я снова вышел под вечер собрать молодых и свежих огурчиков. Посмотрите, пожалуйста, я уже каких собрал сегодня. Какие замечательные огурчики. Вот, посмотрите, пожалуйста, здесь у меня огурчики разные, разный сорт. И разные размеры. Я собираю специально молодые. У меня здесь пикули и корнюшончики. Сорт луховицкий, мозай. В этот раз я музыкальные пальчики не стал собирать. Пусть они еще маленько подрастут. Вон, посмотрите, как я много собрал. А вам слабо, мои дорогие огородники. И когда я хочу вам секрет открыть, раскрыть свой. Когда вы выращиваете огурцы, это самое, я вам всем настоятельно рекомендую их обязательно в обязательном порядке подвязывать обычным шпагатом. Вот таким вот, например. И тогда они у вас будут все красивые, качественные. И что самое главное, ровные. Видите, у меня нету ни одного огурчика, который был бы грушевидной формы. У меня не все имеют качественный товарный вид. Видите, какие огурцы. Вот. Видите, какие красивые? Это мозай, это луховицкий. Очень хороший сорт. Вот, видите, как много? Наверное, где-то 2 килограмма, если не больше. Ну все. И вам я советую таких огурчиков вырастить. А для того, чтобы вырастить так много огурцов, как у меня, для этого нужно очень много потрудиться. Нужно работать от зари и до зари. Все. Всем пока.